Рабочие, которые восстанавливали поврежденные дома в Арысе, до сих пор не могут получить заработную плату. 20 человек, нанятых для реконструкции домов в 17-м секторе, курируемом Акмолинской областью, требуют выплатить им обещанные деньги. Мне сейчас фирма должна 386 тысяч тенге. Ответа нет, на звонки не отвечают. Едва утихли жалобы недовольных строительством и восстановлением поврежденных домов, пришло время для жалоб самих строителей. Сегодня у акимата Арыса собрались 20 человек и потребовали выплатить им кровно заработанные. Мы начали работать в августе, завершили полностью ремонт одного жилого дома. Договорились с работодателями 17-го сектора, что на четверых он выплатит 420 тысяч тенге. 3 месяца прошло, мы ни копейки не получили. Поддержать рабочих пришел и местный житель Асатулла Сулупаев. Он признается, что чувствует себя виноватым перед ними, потому что лично агитировал жителей из ближайших поселков помочь в восстановлении города. Мол, и денег заработайте, и доброе дело сделайте. Написали письма в районную прокуратуру, областной филиал партии Нуротан. Я сам отвез и передал эти письма. Прокуратура перенаправила письмо в Акмолинскую область. Они в наш районный акимат, но денег так и нет. В акимате людей выслушали и даже обещали помочь в решении проблемы. Мы сейчас выяснили, что строители не могут получить зарплату с компанией ТО «Хуаныш-2030», которая заключила с нами договор. Эта компания еще не получила всю сумму за проделанную работу. Документы еще проверяются, мы будем контролировать ситуацию. Мы попытались связаться с представителями данной компании. Вот только телефоны молчат. В свою очередь, руководитель отдела строительства пообещал, что вопрос с выплатой разрешится в течение 2 недель. Бахром Абдуллаев, Виталий Зайнтинов, Информбюро, Туркестанская область.